комфортом, а главное – безопасно. Современный транспорт закупили на средства федеральной казны. Всего 18 газелей. Автобусы отечественной сборки полностью соответствуют требованиям ГОСТа. Внутри просторный салон, 16 посадочных мест. Предусмотрена заниженная боковая подножка двери. Один из автомобилей поедет в Индинский государственный техникум отраслевых технологий, экономики и права. Здесь механического помощника ждали 13 лет. Ребята ждут этот автомобиль с нетерпением, потому что всегда хотят участвовать в региональных, областных соревнованиях. Но не было такой возможности, поскольку мы живем на западе Ульяновской области, в городе Инза, и поэтому 180 километров от Ульяновска – это, конечно, достаточно большое расстояние. С ветерком к новым знаниям смогут ездить и другие ученики. Все автобусы распределят между муниципалитетами. «Газели» будут возить детей по новым школьным маршрутам, а также заменят своих старых предшественников, которые уже исчерпали рабочий ресурс. Часть направят в организации дополнительного образования и детские сады. Планы у нас, они всегда есть. Прежде всего, внутри нашего региона и близлежащие соседние регионы. До этого мы посещали, и сейчас еще с большим воодушевлением и с радостью будем ездить, прославлять наш район и регион. Торжественная церемония передачи машин прошла на Соборной площади перед правительством Ульяновской области. Долгожданные ключи от автобусов вручил глава региона. 298 автобусов мы за несколько лет заменили. Все это благодаря тому, что действует государственная программа. Спасибо нашему правительству во главе с Мишустиным, спасибо нашему президенту. Так каждый регион страны может считать приоритетную задачу обеспечения безопасности детей выполненной. На этом действие федеральной программы не останавливается. В областном профильном министерстве отметили, как только будет объявлен конкурс на получение новой партии транспорта, Ульяновская область примет участие. В регионе меняется сеть школьных маршрутов, поэтому получение новых автобусов муниципальными образованиями – это не только замена тех, которые уже свой срок отработали, 10 лет эксплуатации, но и получают новые автобусы, те, которые необходимы под открытие нового маршрута. Новые автобусы выйдут на маршруты после окончательного оформления соответствующей документации через полтора месяца. Александра Никитина и Герман Баранов. Управда ТВ.